До войны, где-то в Европе, в маленьком заштатном городке. Что в этом городке интересно? Какие в нем достопримечательности? Ну, прежде всего, конечно, вокзал. Он построен еще в середине прошлого века, но до сих пор прекрасно сохранился и, как вы сможете убедиться, играет немаловажную роль в жизни города. Что еще? Универсальный магазин господина Паску, нотариальная контора господина Кероя, суд, тюрьма. Да, и, конечно же, гимназия. Гимназия, в которой преподает учитель Мирою. В центре нашей системы находится Солнце. Эта звезда далеко не самая большая и не самая яркая во Вселенной, но она дает нам жизнь. Вокруг Солнца по эллиптическим орбитам вращаются планеты. Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Юка, идем на вокзал. Уйди. У Земли, что ты не боишься? Боюсь, но все равно. Марса, это Фобос и Деймос. У Юпитера Зефиреску. Повторите, пожалуйста, что я сказал? Юпитер, господин учитель. Что Юпитер? Спутник. Чей спутник? Луны. Ой, боже мой, Зефиреску. Боже мой, Зефиреску, что же мне с вами делать? Пишите и повторяйте за мной. Ученица младших. Ученица младших. И особенно старших классов. И особенно старших классов. Запрещается появляться на вокзале. Запрещается появляться на вокзале. Особенно в часы, когда проходит дизель-электропоезд. Дизель-электропоезд. Месье, мадам, дизель-электропоезд Бухарест, Синая. Прибывает через 15 минут. Добрый день. Мадам Жоржеску. Целуемочки, мадам Ионеску. Что я слышала, госпожа Искус. Да? Вчера. Скорый раздавил индюка? Ничего подобного, какая чушь. Во-первых, не скорый, здрасте, а товарный, а потом не индюка, а просто утку с обыкновенным серым клювом. Как люди любят. Здрасте. Добрый день, господин судья. Честь имею, господин нотариус. Честь имею. Ну, что, Искус?
пришли в себя после вчерашнего проигрыша? С трудом, господин судья, с трудом. Вы ведь вчера здорово обчистили. Ну ничего, в другой раз отыграетесь. Попробую. Благодарим вас. Здравствуйте. 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 Да, что не говорите, а вокзал это культурный центр нашего города. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Яким! Яким! Здравствуйте. Здравствуйте. Яким! Яким! Почему на путях утки? Здравствуйте. Почему на путях утки? Если Дизель раздает хоть одну, я заставлю тебя ее съесть. Здравствуйте, здравствуйте. И оплатите. Здравствуйте, здравствуйте. Целую ручки. Какая погода сегодня? Берегись, берегись. Здравствуйте. Здравствуйте. Господин Испанский, добрый день. Здравствуйте. Скажите... Целую ручку, мадемуазель Куку. Простите? Что такое? Девочка, скорпион! Простите. Ой. Мадемуазель Куку, извините. Мадам, дизель-электропоезд Бухарест-Сирая прибывает через 10 минут. Смотрите, не как учитель Мирою. Мирою здесь на вокзале не может быть. В самом деле, глазам своим не верю. Как это наш великий ученый снизошел до того, чтобы появиться в обществе. Здравствуйте. Здравствуйте, господин Мирою. Здравствуйте, господин Кирою. Здравствуйте, господа. Здравствуйте. Здравствуйте. Что новенького в мире звезд и туманностей? Не хотите ли вы поразить наше воображение каким-нибудь эффектным зрелищем? Затмением, например? Ближайшее затмение произойдет ровно через месяц, в 1:33 по Гринвичу. Не может быть. Да, но, к сожалению, его нельзя будет наблюдать в нашем городе. А где его можно наблюдать? В Австралии. Это возмутительно. Господин Мирою, я прошу вас принять какие-нибудь меры. В конце концов, чем мы хуже австралийцев? Извините, господа, мне нужно идти. Куда вы вечно спешите, господин учитель? Почему не посидите в кафе, не выпьете рюмочку? Не перекинетесь в картишки, как все люди? У меня нет времени, извините. До свидания, господа. Честь себе, честь себе. Как вам это нравится? У него нет времени. Как будто у нас оно есть. Господин Паску приезжает из Бухареста. Да, поздно вечером, пассажирским. Интересно, что новенького появится у него завтра в магазине. Здравствуйте, господин Испас. Господин учитель. Рад вас видеть у себя на вокзале. Решили, наконец, проветриться, подышать свежим воздухом. И правильно. Нельзя. Нельзя всю жизнь сидеть за книгами. Нельзя это изубить, что вы, наконец, пришли встретить Дизель. Что? Какой Дизель? Как? Дизель? Бухарест-Синай. А нет, я, видите ли, сегодня приезжает с Бухареста господин Паску. Здрасте. Паску. Паску прибежит попозже. Пассажирский. Сначала пройдет Дизель, нет, а уж потом... Нет, ну как же, господин Паску обещал мне привезти кое-что из Бухареста. Добрый день. Здравствуйте, держу пари опять книгу. Да. А у вас не хватило терпения подождать, пока вам ее принесут. Здравствуйте, видите ли. Здравствуйте, здравствуйте. Это редкая, это особенная книга. Понимаю, господин учитель, книги, книги, книги. Никак вы ими не насытитесь. А ведь это порок. Грех. Да-да, порок, как раз вчера. У судьи мы говорили здрасте. Об этом. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, господин судья сказал.
Здравствуйте. Хороший малый, господин учитель, но у него есть один серьезный недостаток. А, так я пришел слишком рано. Увы. А что ж мне делать? Ну, походите по платформе, пообщайтесь с людьми. Сейчас придет Дизель. Вы же ни разу не видели, как проходит Дизель. Это же, уверяю вас, замечательное зрелище. Нет, извините, у меня дела. Господин учитель, у всех дела. Но мы же интеллигенцы. Мы должны... А, вы не могли бы передать господину Паску, что я не мог его встретить и буду ждать его дома? Конечно, передам. Хотите добрый совет? Здравствуйте. Не пренебрегайте обществом. Люди этого не прощают. Благодарю вас. До свидания. Месье, мадам, дизель-электропоезд Бухарест-Сирая прибывает на первый путь. Ну что, приближается, да? Идет сам наш была элегантная шляпка на молодой даме из седьмого вагона. Да. Изумительно. Шикарный поезд. Красавец поезд. Шикарный поезд. Развратный поезд. Набит женщинами легкого поведения и картежниками. Вы представляете, поезд давно прошел, а до сих пор пахнет французскими духами. Не знаю, чем пахнет, но в порядочном городе это надо запретить. Я бы заставила его проезжать ночью с опущенными шторами. Ночью с опущенными шторами он проходит обратно из Синая в Бухарест, мадемуазель Ку-Ку. Замфиреску. Вот ты где околачиваешься, на вокзале, да? Мадемуазель. Молчать. Ты зачем сюда пришла? Мадемуазель, я прошу молчать. Вас. Молчать? С каких пор ты носишь передник стянутым в талии? Ты где, на балу? Кто тебе разрешил прийти на вокзал? Мадемуазель, я не знала. Как ты могла не знать? Разве в гимназии не висит объявление черным по белому? Разве вы не переписывали его 75 раз? Разве вы не заучили его наизусть, что написано в объявлении Замфиреску? Ученицам младших, особенно старших классов. Особенно старших классов. Запрещается прогуливаться на вокзале днем или вечером, особенно... Особенно? В те часы, когда проходит дизель-электропоезд. Что тебе понадобилось на вокзале? Мадемуазель, дело в том... Не трудись! Я тебе скажу, зачем ты сюда пришла. Ты пришла, потому что тебе нравится глазеть в окна вагонов и подмигивать бухарестским щеголем. Плачь, плачь. Есть от чего плакать. Еще раз увижу тебя на вокзале, выкину вон из школы. Молчать! Вытри глаза и марш домой. Стой. Пройди вон там, чтобы тебя никто не видел. Не срами гимназию на весь город. Просто скандал с этим дизелем. С тех пор, как его пустили в старших классах, все девчонки потеряли голову. А знаете, о чем я мечтаю, мадемуазель Ку-Ку? На чем, господин Испус? Дал бы Господь снежную зиму за носами, чтобы они застряли тут. Вытащил бы я всех из купе, сунул бы им в руки лопаты,
А ну-ка, чистить пути. Да, хорошо бы. До свидания, господин Эспас. Целую ручку, мадемуазель Куку. Да-да. Ой. Здравствуйте, мадемуазель Куку. Извините, что я в таком виде. Слушаю вас. Господин Мироя, почему, когда я кричу на учительском совете, что школа гибнет, вы молчите? Ну, мадемуазель, что, мадемуазель Куку? Вы молчите, уткнувшись носом в ваши книги? Думаете только о своих звездах, планетах, кометах? Но я занимаюсь наукой. Наукой? Разве для того вы преподаватель, чтобы заниматься наукой? Ну, я полагаю, что да. Вы занимаетесь наукой, а тем временем гимназистки ходят на голове. Ну, вы преувеличиваете. Я преувеличиваю. Вы знаете, где я только что застала Элеонору Замфиреску, вашу ученицу? Где? На вокзале. Какой скандал, какая распущенность. Вы можете мне сказать, зачем эта девушка ходит на вокзал? Мадемуазель Куку, вы когда-нибудь были у моря? Нет. Но я принимала грязевые ванны в Тикерголе. Да нет, я не о грязевых ваннах. Вы видели море? Что вы этим хотите сказать? Ну, в таком захолустном городке, как наш вокзал, для этой девочки это порт, море, неведомые дали. Какие дали? Ну, жажда уехать далеко, бежать. Бежать? Зачем? Куда? Ну, куда-нибудь. В другие края, в другой мир. Господин учитель, если вы такие лекции читаете вашим ученицам, то у меня просто нет слов. Добрый день, господин Пашкин. Привет, начальство. Добрый день. Благополучный приезд. Спасибо. Так, Яким. Яким, пошевеливайся. Давай быстро. Я привез вашей супруге то, что вы просили. Благодарю вас, благодарю. Так, разобраться. Миллион поручений. Во, где ваше? Давайте. Где ваше? Во, вот сюда. Нет, нет, вот это. Спасибо. Нет, нет, вот то, вот то. А, вот то. Да, да, точно. Это ваше. Спасибо. Благодарю вас. Это ваше. Пошевеливайся. Бери чемодан. Давайте я вам помогу. Чемодан бери. Закинь к нам перекусить. У меня осталась утка, которую недавно раздавил товарный объедение. Миллион поручений. Миллион поручений. Да, кстати, вас приходил встречать учитель Мироя. А, учитель. Между прочим, я ему привез книгу. Да? Как вы думаете, сколько он заплатил за Интересно. Эту книгу? За эту книгу он заплатил 22 тысячи лей. 22 тысячи? 22. Яким! Яким! 22 тысячи 22 за книгу? Тысячи за книгу. Яким, возьми вещи господина Паску и доставь их к извозчику. Круглую коробку, да, круглую коробку тоже пошевеливайся. 22 тысячи. Да, ничего себе, ничего подобного. Это невозможно. 22 тысячи. 22 за одну книгу, представляете? 22 тысячи. Добрый день.
Добрый день, господин Пах. С приездом. Как съездили? Добрый день, прекрасно, благодарю вас. Завтра жду в магазине. Здравствуйте, здравствуйте. О, господин судья, приветствую вас. Добрый день, господин Пасху. Как столица? Столица есть столица. Прошу, для мадам и для вас. О, благодарю вас. Кстати, я не забыл про ваши сигары. Благодарю. Прошу вас, целую ручки, всего доброго. Специально для вас. Будете ли вы сегодня в кинотеатре, мадемуазель Куку? А как же? Это мой долг. Добрый вечер, господа. Добрый вечер, господин Паску, с добрый приездом. Вечер. Добрый вечер. Мадам Жоржеску, я вам привез то, что вы просили. Благодарю. Ну, а это? А? Какая что прелесть. Что нового в Бухаресте? В Бухаресте какая страшная прелесть. Жара. Не то, что у нас. О, у нас сущий рай. Добрый вечер, мадемуазель Куку. Целую ручки. Здравствуйте, господин Паску. Зайдите ко мне завтра в магазин. Товар из Бухареста. Есть кое-что интересное. Ноги моей больше не будет в вашем магазине. Вы продали ученицам 8 класса губную помаду. Ну, что делать? Универсальный магазин. Я продаю все всем. Коммерция есть коммерция. Благодарю вас. Целую ручки. Благодарю. До свидания. Господин учитель! Мирою, это я, Паску! Привезли? Конечно! Вот она! 22 тысячи лей, это не шутка! Дрожал над ней всю дорогу! Сейчас! Сейчас! Прошу вас, господин учитель. Спасибо. Дрожал над ней всю дорогу, ну, значит, 22 тысячи, да, это да, действительно да. Не шутка. Что это? Лопни мои глаза. Все-таки я перепутал. Это пакет госпожи Испас. Ваш пакет я отдал ее супругу, а вам привез то, что просила мадам Испас. Господи, лопни мои глаза. Господин учитель, столько поручений, голова идет кругом. Господин учитель, ведь всем же надо, господин учитель. Всем, судье надо. Эминеску надо, госпожа Патеску надо, всем надо. Извините, господин Испас. Господин Паску, он ошибся. Вот вещь вашей супруги, а моя книга, она у вас. Будьте так добры, пожалуйста. Вот, вот вещь вашей супруги. Где моя книга? Это Паску. Это Паску. Это сюда, Паску. Значит, пакет моей супружницы. Да, ах, да. Господи. Значит, получается, пакет оказался у вас, а ваша книга у меня. Да, да. Ай, господи, книга, книга, куда же я девал книгу, господи, куда, вот она, вот, ваша книга, возьмите, вот. Ой, благодарю вас. Ой, да Пасху. Интересная книга, господин учитель. Что? Спрашиваю, интересная книга? А, да, старинная. Ну, вот именно, старинная. Книги, чем они старее, тем они лучше. У меня тоже была, черт возьми, книженца с картинками. Ну и картинки. У вашей есть картинки? А, да. А, нет, то есть нету диаграммы, карты. Понятно. Господин учитель, разве я вас спрошу, вы не обидитесь? Это правда? Что? Что вы платили 22 тысячи за нее? А откуда вы знаете? Кому как не мне об этом знать. Зачем же я целый день сижу на вокзале? 22? Да. Недороговато? Ну, дорого, конечно. Ну, что делать? Она мне нужна. Ну, что скажут в городе? Ну, а что они могут сказать? Ну, все-таки не шутка. 22 тысячи – такая сумма. Каждый спросит, откуда? Ну, я собрал понемногу, сбережения, частные уроки. Mm-hmm. Я много откладывал, и потом я задолжал. Видите, вы задолжали. Да, но завтра первое число, я получу жалобу. Я отдам. Господин, значит, книги до добра не доводят. От них одна погибель. Вот, интересно, есть хоть за что? Ну, о чем вот здесь пишут? В чем тут дело? Ну, это старинная, это редкая книга. Я давно ее выписал из-за границы, еще зимой, и думал, что она не придет. И вдруг получаю письмо от букиниста,
что она пришла, и вот я попросил господина Паску, и она... Стекла почистил? Почистил. Фонари зажег? Зажег. Смотри, а то придет дизель, у нас темно, как на захудалом полустанке. Уток загнал в сарай? Загнал. Пересчитал все на лицо? Все, кроме той, которую вы съели, а я за нее уплатил. Пошел вон. Дизель гудит. Стало быть, открыли семафор. Господин учитель, дизель идет. Что? Я говорю, дизель Бухарест-Синая. А он долго стоит? Да что, он никогда не останавливается. Что случилось? Пассажир без билета. Пожалуйста, прошу вас. Каким-то образом проник в вагон салон, не хочет платить. Нет, так. Пожалуйста, дальше. Не хочет предъявить документы. Где он? Пожалуйста, где он? Прошу вас. Вот. Мадам. Ну что? Ну что вы хотите от меня? Пардон, мадам, у вас есть билет? Нет у нее билет. Погоди-ка, уважаемый, дай мне спросить. У вас есть билет? Нет. Весьма сожалею, мадам, но если у вас нет билета, придется уплатить штраф. И за билет. И за билет, разумеется. Я уплатила. Кому? Ну, ему. Да что ж, уважаемый. Вот что она мне дала. Газосиная равен 100 лем, равен 50 лем, равен 20 лем. Ну, фишки. Фишки из казино в Синае. Я забыла их обменять на деньги. Я играла в рулетку. Ах, вы играли в рулетку? А теперь тебе фишками вы хотите оплатить свой проезд? А что, нельзя? Ну, у меня больше ничего нет. Сударыня, вам придется сойти на этой станции. И не подумаю. Мадам! С места не сойду. Я больше не могу. Я уже опаздываю на 4 минуты. А ведь я экспресс. Я погоди, экспресс! Мадам, вам придется выйти на этой станции. Слушай, на одну минуту. Пожалуйста, мадам, не понимаете, о чем я говорю. Я оплатила. Позвольте, это вам не степь. Ну не степь, так лес, поле, пустыня, какая разница? Она сумасшедшая, я опаздываю, я экспресс. Погоди, экспресс, я все улажу, сударыня. Вы меня неправильно поняли. Мы собираемся вас здесь задерживать. Мы только пойдем на минутку в вокзал, выполним кое-какие формальности, вы поедете дальше. Какие формальности? К сожалению, порядок, такой порядок. Поезд подождет, кондуктор пойдет вместе с нами. Пойдет вместе с нами. Да. Поезд без кондуктора никуда не уедет. Он подождет, а мы запишем все, как было, составим протокол, вы подпишете, и все, и готово. А потом? А потом вы поедете дальше. Этим поездом? Да, он подождет. Да, да. Пошли. Да. Rafa.
Так, одну минуточку, ну, пожалуйста. Ну, быстро, прошу, что я должна подписать? Прошу, ну, пожалуйста, проходи, мадам. Так, прошу вас, так вот, ручку, быстро, пожалуйста, ручечку. О, одну минуточку, ну, так, мадам, одну так, минуточку, сейчас. Ну, прошу, ну, вас, сейчас, сейчас, одну минуточку, пожалуйста, ручечку. Ну, так, одну минуточку, ну, так, сейчас. Негодяй, негодяй. Такова инструкция, мадам. Такова инструкция, мадам. Поезд. Я обязан, просто, я обязан. Мадам, я... Остановите поезд. Отпустите меня, я же. Остановите. Остановите поезд. Кто она? Откуда? Почему я знаю? Яким! 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 В конце концов, почему я должен давать ей поблажку? Потому что от нее пахнет дорогими духами? Потому что она ходит голая? А что ей, железнодорожные порядки не обязательны? Она красива. Ну что? Там на путях женщина. Поди разыщи ее. Поди разыщи ее. Слушаюсь, начальник. Берегись. 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 От нее так несет духами, берегись, что пропах весь вокзал. Не хватало бы, берегись, чтоб сейчас пришла сюда моя жена. Сударыня, не надо здесь стоять. Оставьте меня брошусь под поезд. А это невозможно. До 8 утра не будет ни одного поезда, и никто вас не переедет. Если вам очень нужно броситься под поезд, подождите его на вокзале. Там вам будет удобнее. Берегись! Берегись. Напрасно вы молчите. Я обязан составить протокол, такова инструкция. Если вы будете молчать, придется обратиться к полиции. У нас есть и полиция. Хоть мы и в степи, как вы изволили выразиться, но полиция найдется. Да-да, найдется. А чего вы не отвечаете, сударыня? Как вас зовут? Откуда вы? Слушайте, отстаньте, оставьте меня в покое. Я устала. Я дождусь поезда и брошусь под колесом. Ну почему обязательно здесь? Доезжайте до ближайшей станции, там делайте, что хотите. Ну как же я доеду, раз вы меня высадили? Ну, у вас же не было билета. О, господи, опять? Нет, нет, я все-таки брошусь под колеса. И на вашей же станции. Ничего, не будете обманывать женщин. Мадам, вы нервничаете, это понятно. Не хотите отвечать, я это тоже понимаю. Мы не будем задавать вам больше вопросов. А как же я составлю протокол? Обойдется. Мы не будем задавать вам больше вопросов, но позвольте нам хотя бы угадать. Вы едете в Синае? Допустим. И, по-видимому, отправляетесь в Бухарест? По-видимому. Ну вот, значит, в Синае или в Бухаресте у вас, наверное, есть друзья или родственники, ну, словом, кто-то, кому мы могли сообщить о вас. А завтра вы уедете. Мы купим вам билет. Кто это мы? Я. У вас что, есть деньги? Ну, сейчас нет, но завтра жалование. Завтра? Я не хочу жить до завтра здесь, в степи. Ну что за степь, мадам? Как это степь? Разрешите вам заметить, здесь город, вы находитесь в городе. Ой, какой там город? Извините, город, городское управление, суд, тюрьма. Гимназия. Да, 8000 жителей. А, 8245, это согласно последней переписи. Не считая меня, я в это время ездил в Бухарест по делу, и меня не засчитали. 8245 жителей. С вами 8246 жителей. Если я здесь останусь, будет 8247 жителей. Гостиница здесь есть? А как же? Метрополь в центре города. У меня нет денег. Неважно, мы бы заплатили, но у вас нет документов, а без документов нельзя. Без документов вас примут только в полиции. Так, надо
надоели. Надоели. Мне холодно. Спать хочется. Да. Я есть хочу. Поесть дадим. Где? Что? Ничего особенного предложить не могу, но есть утка с капустой. Отличная утка. Я вчера раздавил товарным. Я не ем уток, раздавленных товарным. Ничего особенного. Великолепная утка. Вот не знают, как их сделать, чтобы жена не заметила. Какой кошмар. Какой кошмар. Неужели это никогда не кончится? Неужели никогда не наступит день? Все. Все. Я остаюсь здесь. Все. Тушите свет. Господи. Сейчас может прийти сюда моя жена. Слушайте, а что мне делать, а? Здесь нельзя, на рельсы тоже нельзя. Что вы хотите от меня? Мадам, не знаю, могу ли я, смею ли. У меня есть скромное жилье. Если вы хотите, если вы только захотели, я уйду. Вы останетесь там одна, на ночь, до рассвета. А я отправлюсь ночевать к коллеге, я пойду к учителю музыки. Да, правильная мысль. А завтра все устроится, мы достанем денег. И вы поедете, а до утра отдохнете. Да приедь в себя. А завтра мы составим протокол. Да бросьте вы ваш протокол. Умоляю вас, доверьтесь мне, вы согласны? Далеко? 10 минут, четверть часа ходьбы. Хорошо. Спать хочется. Ну вот и прекрасно. Вот и прекрасно. Прошу вас. Господин учитель, господин, вы забыли книгу. Вот, возьмите. А, да, спасибо. Благодарю вас. Прошу вас. Ты здесь, голубка моя? Да, я здесь. А ты почему до сих пор здесь? Видишь ли, солнышко? Ты должен был прийти домой еще полчаса тому назад. Да, понимаешь, я тебе сейчас все объясню. Ты делаешь? Я тебе сейчас все объясню, дорогая. А почему ты остановил дизель? Я не останавливал дизель. Нет, я все знаю. Да ты что, я тебе... Почему здесь пахнет духами? Здесь не пахнет духами, тебе показалось. Ты не считай меня идиоткой. Думаешь, открыла окно? Нет, нет. Проветрила помещение? Я тебе сейчас все объясню, понимаешь? Почему здесь пахнет духами и почему ты остановил дизель? Я не останавливал дизель, тебе сейчас все объясню, понимаешь? Это что такое? Дорогая, понимаешь? Я все понимаю. Нет. Ты остановил этот дизель, потому что у тебя было назначено свидание с одной бухарестской кокоткой. Здесь пахнет духами, потому что она была здесь. Какой позор, что скажут люди. Начальник станции, государственный служащий, муж и отец. Я там изнемогаю на кухне, жарю для него эту утку. Он развратничает на глазах у всего города. Да молчи! Марш домой! Поймите, это еще раз повторяю. Ее садили с поезда. Я должен был принять как мир. Ну что тут, Яким? Замолчи. Яким, помоги. Помоги, возьми, подержи. С поезда. Нет, подержи! Это что такое? Ну мы поедем или нет? Руку убей. Не понимаю. Я жена начальника станции. Толкай. Я должна открывать первым. Поехали, я тебе дома все объясню. Я все узнаю. Последний. Не надо мне объяснять. Успокойся, перестань. Боже, я зачем ее за тебя вышла замуж? Я тебя прошу прекратить. Нет. О, осторожней, осторожней, прошу вас, осторожней. Господи, отчего такая темень? А когда бывает полная луна, у нас значительно светлей. У вас бывает полная луна? Ну да, разумеется, но сейчас новолуние, поэтому... Что такое? Что такое? Осторожней. Ну все время спотыкаюсь о какие-то камни. Ну, туфлю потерял. А, сейчас. Подержите, пожалуйста. Вы понимаете, в центре у нас мощенная улица, а здесь у нас... Никогда не замостят. Да где же она? Да нет, почему? В будущем году обещали. Ах, не везет, приехал на год раньше. Вот ваши туфли. Ну, наденьте. А, конечно, разумеется. Наконец-то. Да, благодарю вас. Прошу. Осторожней. Ой, господи, страшно-то как. Что на улице ни души.
А сегодня среда, мадам. Ну и что? А по средам и пятницам у нас кино. Все в кинотеатре. А вы? А я не хожу. Почему? Так. Прошу вас. Куда? А, вот сюда. Ага. Вот сюда. Так, осторожней. Осторожней. Что это такое? Это таз. Так, вот сюда. Я ничего не вижу. А сейчас я зажгу свет. Здесь живете, да? Да. Ужас. А что, вам не нравится? Нет, ну почему? Тут очень мило. Да нет, здесь совсем не мило, но зато есть все, что необходимо, и потом недалеко от гимназии, потому что, не знаю, сказал вам я или нет, я учитель. Этого и говорить не надо, это и так видно. Да? Почему? По каким признакам? По всему. Откройте окно. А, прошу вас, не надо. А что такое? Ну, разве я вам не сказал, сейчас люди выйдут из кино, пойдут по нашей улице и увидят. Ну и что? Ну, в такой час дама у меня. О, что, к вам никогда не приходят женщин? Мадам, ну как вы могли подумать? Я серьезный человек. Я учитель. Может быть, вы хотите сказать, что я первая женщина, которая вошла в этот дом? Слушайте, не будьте ребенком. Откройте окно. Мадам, прошу вас, не надо. Видно из дома напротив от господина Керую. Какого еще Керую? Керую, нотариус. Вон тот белый дом. Да глупости, там темно. Ну, значит, они следят за занавесок. Откуда вы знаете? А они всегда за занавесками. А сегодня среда. Разве они не ходят в кино? Ходят, но старуха, мать господина Керуя, осталась дома. Осталась мадам Жоржеску с двумя детьми и прислугой. Это еще не все, есть еще Атанасию. Боже, как их много. Не шутите, мадам. Весь город притаился за окнами. Но они же спят. Даже если спят, они во сне подглядывают. So wie du vor mir stehst, so hab ich dich im Traum gesehen und hab auf dich gewartet, Tag und Nacht. Und dass du bei mir bist, das ist für mich so wunderschön, ist ein Gefühl, das mich unendlich glücklich macht. Also, romantisch oder leidenschaftlich? Unterstehen Sie sich. Ich liebe dich, wie man im Leben einmal liebt. Ich liebe dich, so dass es keinen anderen gibt. Oh, wie du vor mir stehst, so hab ich dich im Traum gesehen. Nun darfst du niemals wieder von mir gehen. Что это?
Что? Вот такой звук, звук, слышите? Похож на скрип такой маленькой пилы. Вот а, пустяки, это мышка. Что, мышь? Что, у вас мышь? Один мышонок, маленький, я его знаю, не пугайся. Он такой маленький, серик с круглыми глазками, любит разгуливать среди книг. Не пугайся, мы с ним знакомы, мы с ним подружились. Что вы с ним? Подружились. Ой. Что? Ой. У вас других друзей нет? Ну, конечно, есть. Есть учитель музыки Удря. Это мой коллега-композитор. Очень талантливый человек и очень интересный. Он композитор. Вот, кстати, у него и переночую. А вам надо отдохнуть. У меня сон прошел. Ну, все-таки, знаете, уже поздно. Значит так, вот кровать, постельные принадлежности в шкафу. Хотите умыться? Хочу. Я вся в копоти. А, вот ванна. Ванна? Да нет, ну не то чтобы ванна. А это, что? Знаете, это была кладовая или кухня. А я приспособил. Вот, пожалуйста, вот сюда. Так. Это душ? Да. Здорово придумано. Правда? Водопровод здесь есть? А, это есть. Выключили, станция ночью не работает. Ну, они правы. Для кого им работать по ночам? А если кому-нибудь захочется помыться или пить? А, так это у меня во дворе колодец есть. Ладно, я обойдусь. Да что вы, это так просто, я сейчас. Обожаю немецкие фильмы. Что значит за границей? Это было прекрасно. Простите. Господин Удря, как вам музыка? Разве это музыка? А что же это, по-вашему? Да так. Господин Удри! По-моему, прекрасно. Да? Шикарный. Господин Удри, вы мне нужны. Как? Вы тоже смотрели этот фильм, мадемуазель Куку? Мне было не до фильма. Почему я одна должна поспевать всюду? Заменять полицию на вокзале, в городском саду, в кино? Я поймала в зале 7 учениц. Да-да, но уже поздний час, пора спать. Школа не должна спать, господин Удри. Как, даже по ночам? Да. Что вы хотите этим сказать? Сейчас мы вместе пойдем к вашему другу, учителю Мирою. Как, сейчас? Именно сейчас. У меня есть сведения. Дело не терпит отлагательств. Следуйте за мной, господин Удри. Да, но... Никаких но. Надеюсь, вы не заставите меня ночью одну пойти к холостому мужчине. Нет, нет, прошу вас, вам это будет неинтересно. А что такое? Что это за... Это одна из моих книг. Прошу вас, вам это будет неинтересно. Ну что, мне ее посмотреть нельзя? Вон там иллюстрации. Это какие-то... не иллюстрации, это диаграммы, карты, чертежи. Прошу вас, вам это будет неинтересно. Ну, хорошо. А этому вашему, серому, мышонку вы бы ее показали? Его я давно знаю. А что, у вас так много книг? Вы с ними что делаете? Читаю. Что, все? Ну, по мере возможности. Никогда не видела так много книг. А этот старый господин, ваш родственник, да? Это Кеплер. А этот? Коперник. Что-то я о нем слышала. Ну, вообще, он довольно известен. А что вы тут держите? Да так. Думаю о них иногда. Ну, вы странный человек. Слышите? Шаги расходятся. О, кончилось кино. Ой, я умоляю вас. Что вы делаете? Отойдите, вот сюда. Вот, я прошу вас. Вот. Мадам, они уже идут по нашей улице. Я прошу вас, встаньте сюда. Умоляю вас. Зовите. Мирою. Это кто? Это мой коллега, учитель музыки. Мирою. Мирою. Это ваша фамилия? Да. А имя? Марин. Марин Мирою? Ой, неплохо звучит. Да. По-моему, его не дома. Он дома. Где же ему еще быть? Позовите. Мирою! Мирою!
Ну? Мирою, ты дома? Ты слышишь? Зачем спрашивать? Конечно, дома, и, может быть, даже не один. Ну что, мадемуазель, ну как вы можете так говорить? Я знаю, что я говорю. А это кто? Тоже коллега. А чего ей надо? Не знаю. Любовница, что ли, ваша? Мадам, я прошу вас. Невеста. Мадам, у меня нет невесты. Ну, а чего ей понадобилось здесь так поздно ночью? А бог ее знает. Господин Мирою! Это я, Удря, и со мной молчите. Пришла... О том, что я здесь совсем не обязательно сообщать всей улице. Это я, Удря, Мирою! Что ж делать? Ну, зовите их сюда, пусть входят. Но это же невозможно, мадам. Я ничего не смогу объяснить. Они придут, вас увидят. Ну, знаете... Мадам, я понимаю, вы должны исчезнуть. Ну, знаете что, я в окно не полезу. Ну, я прошу вас, мадам, 5 минут. 5 минут в ванной, умоляю вас. Ну, я только узнаю, что им нужно. Ну, я прошу вас, мадам. Ну, я понимаю, что это ужас дурацкая ситуация. Господи. Но я умоляю вас. Ну, пожалуйста. Ну, хорошо. Вот сюда. Хорошо. А ваш офицер не придет сюда? Он спит. Он спит. Прошу вас, мадам, вот сюда. Мирою! Марин! Кто там? Это я, Удри, открой же, наконец! Сейчас, минуточку, куда-то ключ пропал. Иду, иду! Не держите меня здесь долго. 5 минут, прошу вас, 5 минут. Добрый вечер, мадемуазель Куку. Добрый вечер, Удри. Извини, что я вас заставил так долго ждать. Чем я обязан? Что это? Я... Почему это здесь? Я хотел умыться. Вы что, моетесь по ночам? Да, в общем, послушай, иногда. Марин, очень хорошо, что ты не ходил в кино. Ты правильно... Погоди, Удри, расскажи завтра. Мадемуазель Куку. Мадемуазель Куку, извини, чем я обязан? Что это за запах? Здесь чем-то пахнет? Кажется, духи. Я ничего не чувствую. Как это не чувствуете? Такой запах, что меня мутит. Мадемуазель Куку, Удри, умоляю, чем я обязан? Не будем торопиться. Давайте по порядку. Ваше слово, господин Удри. Мое? Ваше, ваше. Видишь ли, Марин, видишь ли, я был в кино. Удря. А мадемуазель Куку подошла умоляю, ко мне... покороче. Зачем торопиться? Вы должны понять, господин Мирою, что если я рискую собой, своей репутацией, и прихожу ночью в комнату к холостяку, то меня вынуждают к этому... чрезвычайные обстоятельства. Чрезвычайные обстоятельства? Я не понимаю. Вы все понимаете, господин Мирою. И не надо отрицать. Это бесполезно, я все знаю. Это правда? Что? Правда, что сказала госпожа Испас, жена начальника вокзала? А что она вам сказала? Правда, что вы... Что вы... Правда, что вы... Вы... Уплатили 22 тысячи за книгу, которую вам привез из Бухареста господин Паску? Да, это правда. Господин Мирою, если учитель платит 22 тысячи за книгу, дело нечистое. Почему? Я со своими деньгами делаю все, что хочу. Своими деньгами? Какими деньгами? Откуда у вас деньги? Мы-то с вами, слава богу, не первый день знакомы. Мадемуазель Куку! Вы за 6 лет с тех пор, как вы здесь, ни разу не шили себе ни одного костюма! Ну так этот еще не сносил! Вы сами штопаете себе носки! Нет! Да! Нет! И рубашки! Нет! Удря, скажи, что это не так! Это неправда, мадемуазель. То есть я хочу сказать, что, может быть, брюки он себе и утюжит, но рубашки и носки никогда... Я знаю! Если все это так, то разве 22 тысячи за одну книгу? Это не сумасшествие? Может быть, но это мое сумасшествие! И я не обязан никому давать отчет. Ошибаетесь, господин Мирою. Школа должна знать. И не только школа, город и я. Вот вы и узнали. И для этого не нужно было приходить ко мне ночью. Мадемуазель, я же говорил вам, подождите. Потерпите до утра. Разве я могла бы спокойно заснуть? Нет, господин Мирою. Эта тайна должна быть немедленно раскрыта. Сейчас.
Я хочу ее видеть. Я хочу посмотреть на нее. Где она? Кто? Кто? Книга! Я хочу ее видеть. Этого нельзя. Господин Мирою, вы, очевидно, не отдаете себе отчета во всей серьезности положения. Я поставлю этот вопрос на учительском совете. Как вам будет угодно. Хорошо. Я задам вам только один вопрос. Только один. Что это за книга? Откуда вы ее выписали? Кто автор? Какие в ней мысли? Что в ней говорится? Зачем вы купили ее? Мадемуазель Ку-Ку. Что? Мадемуазель Ку-Ку? Весь город уже давно следит за вами. Весь город давно задает себе вопрос, чем вы занимаетесь? Почему вы всегда торчите один у себя дома днем и ночью? Но сегодня, наконец, все должно выясниться. Пусть выяснится, но не теперь. Утром. Уже ночь. Поздно. Вы что? Вы что, указываете мне на дверь? Ну, хорошо. Как вам будет угодно. Только бы вы не пожалели, господин Мирою. Только бы вы не пожалели. Удря, за мной. Удря, задержись, я тебе должен что-то сказать. Я не могу, я должен проводить скорпионы. Но потом обязательно вернись, хорошо, ты мне нужен. Хорошо, вернусь. Иду, хорошо, иду. Я. Только обязательно, прошу тебя. Хорошо, иду, иду. Я вернусь, не закрывай дверь. А, вы хорошо. Идете или иду, нет? Иду, иду. Я вернусь. Я жду тебя. Иду, иду. Вы слышали? Но не могла же я закрыть себе уши. Правда? Неправда. Все неправда. Послушайте, дайте мне посмотреть эту книгу. А? Не хотите? Нельзя? А? Послушайте, знаете что? Вы меня не знаете. И я вас не знаю. Я здесь на одну ночь. Я никого не увижу. Я ничего никому не скажу. Но покажите мне ее. Пожалуйста. Но я ничего не понимаю. Это старинная книга. Она трактует об астрономии и математике. Она очень старая. Ей 150 лет. Даже больше, она 1763 года. Поэтому она такая дорогая. Дорогая? Мне повезло, что я ее достал. Я мечтал об этой книге долгие годы. Ждал ее. Видел во сне. Куда я только не обращался, к букинистам, любителям. Несколько лет экономил деньги. Давал частные уроки. Сами штопали себе носки? Да, иногда. Но теперь она моя. Я могу узнать. Проверить. Что? Не хотите сказать? Вам скажу. Вы никому не скажете? Никому. Никогда? Никогда. Обещаете? Клянусь. Я открыл новую звезду. Где? На небе. Ну да. Ну да. Не верю. Не верите? Нет. Вот она, здесь. Вы же говорили, что она на небе. Но это же небо! А? Ну, смотрите. Вот сфера. А? Вот это ось. А? Вот это экватор. Небесный экватор, разумеется. Ну, разумеется. Вот это система координат. Азимут, зенитное расстояние. Так вот, звезда, которую я открыл, здесь. Вы ее видите? Вижу.
Но лучше покажите мне на небе. Ну, на небе же она не видна! Ну, вы же говорите, что вы открыли. Но я ее открыл здесь! Как? Я ее вычислил! Не понимаю. Что? Ну, не понимаю я, какое отношение имеет эта звезда к этой книге? Это каталог? Это звездный каталог Ван Марча? Моей звезды нет ни в одном каталоге. Ее нет ни у Гепарха, ни у Птоломея, ни у Кеплера. А же у него? У него? Нет! Одно время я думал, что у Гершеля. Оказалось, нет. Нет, у Гершеля была, но у Гершеля была двойная звезда. Единственный, у кого она могла быть, Ван Марч. Почему? О, он был смелый, с размахом. Я чувствую, что в его теории темных звезд что-то есть. Темных звезд? Профессора астрономии издеваются над ним. Они считают его дилетантом, астрологом. Поразительно, как только у человека появляется какая-то оригинальная теория, его объявляют сумасшедшим. Сумасшедшим? Да, я не удивлюсь, когда в один прекрасный день объявляют сумасшедшим меня. Вас? Да, ребят старшего класса уже называют меня чокнутым. Я спать хочу. Паша, пойду, мне очень хочется спать. Не надо меня провожать, я... Простите, куда же вы? Я спать хочу. Куда же? Нет, нет, ну погодите, погодите, пойдемте со мной. Ну погодите, я должен выговориться, ну вы понимаете, я выговориться должен. Нет, ну пойдемте, ну прошу вас, ну пойдемте, ну на секундочку, ну я прошу вас. Ну куда вы меня тащите? Ну я вам звезду покажу, ну это так интересно, ну прошу вас. Ну пожалуйста, ну идемте, идемте сюда, ну это интересно. Ну это же очень интересно, ну как вы не понимаете, ну какая странная, ну пойдемте. Ну прошу вас, ну на секундочку, идемте. Отпустите меня, куда вы меня тащите, в конце концов. Так. Ну что? Так, вон, видите большую медведицу? Ну, покажи мне свою медведицу, завтра утром. Ну, утром она не видна. Боже ну, мой. Ну, хорошо, вон те семь звезд, видите? Ну, не вижу я. Ну, как что, 4 и 3, последние 3 это хвост медведицы. Какой еще хвост, отпустите меня. Ну, вы же не туда смотрите, смотрите, вон там, где голова дракона. Какой голова дракона, видите? Отпустите меня немедленно, я вам сказала. Ну, куда же вы?